Ну что, друзья, всем привет! С вами вновь Иван Турнамент. А сегодня приглашаю к экрану именно федеристов, да, поскольку катушка будет исключительно практически для вас. Интересно будет вам посмотреть, заодно и мне. Вот, расскажу о данной катушечке, посмотрим, что к чему. Итак, друзья мои, сегодня у нас на обзоре долгожданная новитка. Да, это дайва Энзон плюс в формате LT, размерность будет 6000 SS-P. Вот сразу давайте по размерности, да, LT-шка современная 6000, это не что иное, как старая дайва в размере 4000, да, если там интегрировать в какие-то вам более знакомые катушки, это будет т.д. фидер 412, это будет TDM 412, ТДР синяя катушка 412 это все будет как сейчас нынешний ЛТ 6000 размер это что вам сразу понимать. Данная катушка сейчас на рынке стоит достаточно приличных денег, да, я посмотрел в интернете где-то от 16 там до 17 с половиной тысяч рублей, то есть катушка стоит дорого. И давайте пройдемся по ТТХ, посмотрим, что у нас здесь с вами на борту. Еще раз повторюсь, катушка в шеститысячном размере. Дальше у нас с вами передатка 4,9, достаточно тяговая передатка, хорошая, вес 410 грамм. И вот эта надпись мне не очень нравится, друзья, за 17 там условно говоря 16 тысяч рублей всего 4 шарика подшипника сделано сделана в Китае, как я и говорил всегда, Китай это сейчас вторые после японцев, если что-то сделано в Китае, это уже называется, скажем так, средний ценовой сегмент. стороны тоже достаточно крупно это 8, 12, половиной А что мы здесь с вами не наблюдаем, да? А не наблюдаем, друзья мои, очень главного и основного подшипника. Что это значит, да? Когда ваша ведомая шестеренка уходит в корпус, Здесь, в этом месте, по идее, по-хорошему, должен стоять, конечно же, подшипник, так называемый Шимановский экшип, когда ведомый шестерня опирается с этой с этой стороны на подшипники. Здесь он не стоит. Здесь у нас с вами идет работа по голому корпусу. Корпус, хотя и металлический, но в то же, да, в то же время катушка не стоит 5-8 тысяч рублей. Да? Сейчас у Фуеги за 5-6 тысяч стоит здесь подшипник. Здесь. Катушка стоит, еще раз повторю, 16-17. И здесь нет основного подшипника на хвостовой части ведомой шестерни. Чем думали инженеры, да, скажем так, обуславливая, чем они вообще хотят обусловить. Стоимость данной катушки, мне тоже не очень понятно. Да, все крупное, классное, классное, металлический кузов. Но где подшипник-то на хвостовой части ведомой шестерни, если вы позиционируете эту катушку под крупные веса. Что касается ну, используемых весов, которые можно использовать данную катушку, до 100 грамм однозначно. Вы можете ее использовать, как сам сказал Проблем до 100 грамм да действительно так и есть, но просто здесь хотелось бы видеть все-таки на хвосте подшипничек. Сходя из того, что мы сейчас с вами разобрались, какой можно вообще подвести, скажем так, консенсус под этим вопросом. Какие положительные стороны у данной катушки? Две шпули, заточка под фидер, металлический кузов, все достаточно крупное, как у морских катушек. Но какие минусы, да есть? Минус, друзья, как можно было делать неразборный кнопку катушки там за 16 тысяч? Но ну, это финиш, конечно. Дальше катушка позиционируется под крупные тяжелые веса, как можно было делать ролик под маленький подшипник. И самый главный минус для меня, как можно было не поставить подшипник на хвостовую часть ведомой шестерни в катушке за такие деньги. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?